Я тут одно хочу сказать. Вот. Нет, все, не буду отвлекаться. Никогда не закончим. Поехали. Значит, Виноградов, привет, друг. Причихина, тоже моя милая единомышленница. Добрый вечер. Брат, привет. Тверь, Снегирев, доброго времени суток. Бухтияров, как всегда, на месте. Вот. Тоже привет. Федосеева, здравия, Эльвира. Здравствуйте, Башкирия. Сейчас я гляну, много тут. Ну, в общем, на полчаса разговора будет. Так. Надежда, привет всем. Свинин, привет. Снегирев, Тверь, с юбилеем. Ну да, 72 года, это по советскому календарю юбилей. Смотрите, здравствуйте. Насчет устойчивости сортов и сортоформ. Черенки надо брать со взрослых деревьев не раньше 15-летнего возраста, а так получается вегетативный еще как гибрид. Влияние сильно не окрепшая сорта. Вот. Это самое интересное. Знаете как? Многие из нас готовы к теории, а в практике большое количество людей, которые играет в лотерею. Но так бы не интересно. Даже когда выигрыш обеспечен. Вот когда не знаешь, Александр Николаевич, когда не знаешь, что будет, в этом-то все и прелесть. Я же не говорю, что все должны рисковать, все должны брать с неокрепшие. С неокрепших сортов-то как раз получаются шедевры. А что такое окрепшие? Ну, не окрепший, значит, это. То есть устойчивый, значит, получит то, чего я хотел. Но неинтересно совершенно. Мне неинтересно. Хотя вы правы. Есть еще один момент. При массовом размножении сажался в деревья 15-летнего, 20-летнего возраста, черенков не напасешься. Вот. Ну, подробнее не буду говорить, почему они, если и будут, то некачественные, если специальная обрезка, тем более некачественная. Мы это проходили. Читаю дальше. Если сорт выявили совершенно недавно, всего 1-2 поколения, то как этот сорт может себя сохранить? Конечно, не сможет. А за 3 года тем более не сможет. И за 5 еще тем более не сможет. И за 10. То есть тут вообще это... Вот. Им пришлось науке фактически отказаться от прививок. Тут вот этот, то, что забраковали самый важный, самый полезный в мире способ, самый интересный, самый перспективный, то есть прививки, в принципе. Этим связано было из-за того, что чисто эмоционально. Борьба, борьба, борьба. Уже не идея, нет. Борьба за кресло. Выигравший президиум, проигравший Сибирскую тайгу с бензопилой. Ну, за одним уничтожили самое перспективное направление на десятки, на сотни лет. Вот. Это было. А то, что именно при прививках очень сложно удержать сорт, подвой влияет, влияет. Соседи влияют, влияет. Я вам показывал это все. Ну ладно, пусть дальше я не буду говорить, потому что меня только заведите. Закончим. Евгения. Валерий Костин, днем рождения. Вам надо обратиться со своими проектами к президенту. Ой, сейчас вы мне получите. У него есть сельхоз и военное образование. Он на полях от всех фермеров отчеты требует лично и проводит их председательным знанием дела. Ваши саженцы не откажутся купить, заказ сделают. И вот только какое дело надо вести. Вел, вел, вел. Вы знаете, это, на овца и зверь бежит. Сейчас я разволнуюсь, и потом придется таблетки пить. Показывал вам документацию, переписку. Итак, для вас говорю. Раз вы это говорите, чтобы я обратился. Я обратился. Я ему выслал книги, я ему выслал все диски, потому что это фактически его по этой виде результаты. А я всегда говорю, вот это вот, смотрите. Мне тут брат помог. Ну, я разговаривался, потому что виноваты вы. Кому не интересно, можно отключаться. Так, вот мой сайт, вот она фотогалерея.
Вот это вот, наверное, если они книгу прочитали, потому что по книге отзыв был. Замечательная книга, для датчика лучше нет, в таком плане был ответ. От сельхоз, вы сказали, министерство. Это министерство прислало подписанный замминистра. И про книгу написали. И даже была немножко дискуссии, да. Вот любуйтесь, видели? Вот. После этого, естественно, в Беларуси этого нет. То есть это там якобы все в порядке, и браурный ответ я получил, что правительство придает большое значение. Ну, это понятно, они у них заготовлена была шапка, и не важно, что там ни хрена у них нет, а это есть. А саженцы у них польские, а яблоки у них польские, ну, и так далее. Дальше. Возвращаемся к себе. Где мы были? Господи, теперь я назад и как попаду. Углеб. Углеб. Вылез называется. На свою голову. Так. Караул. А вот, наверное, здесь. Да, вернулся я на родину. Итак, все есть. Документы, свои письма показывал. Книги показывал. Ответ показал. И там, на чем мы не сошлись. Естественно, им и книга не понадобилась. Они сказали, публикуйтесь, только забыли деньги прислать, чтобы это. Ну, то есть, дать для белорусских этих. То есть, видите, вы тут сильно, ну как, не наивно, ну, как бы, преувеличили, что есть Лукашенко. Если бы он знал правду, это как надо, чтобы кто-то пришел, сказал, значит, батька, где там железо в Сибири? Если мы все это перенесем к это, Белоруссию, вот, будет шаг гигантский. Мы наконец-то, это такое импортозамещение будет идеальное. Это здоровье. Евгений, я беру шире. Когда я узнал, чуть со стула не упал, китайцы закупали саженцы. Заметьте, не мы в Китае, Китай завалил нас это яблонями, грушами, персиками и прочим. Завалил. Они огромными, тогда еще не были живы, потом они были уничтожены чуть ли не специально. Плодопитомники, они забирали всю продукцию саженцев, они их увозили в Китай и раздавали людям, крестьянам, сельчанам, чтобы они вырастили себе витамины. Вы поверите в это? Это вам не, это не продукция этих самых промышленная, отравленная, 40 обработок. А я еще со мной связывались эти. Знаете кто? Монголы. В Монголии было так. Им дают, допустим, кредит. Они выписывают. Даже у меня пытались выписать. А потом увидели, что это деньги не пропиты, не выброшены, а превратились в саженцы. Кредит прощают. Но чем плохо? А? А Белоруссия обыкновенный чисто бюрократический аппарат. Похвалу, потопал, а потом сказал, что, написал, что мы придаем большое значение. И финал этого разговора. Вы предлагаете это самое, что не обрезать. Вот, вы считаете, что это плохо. А у нас обрезка входит в... Сейчас скажу, как это. Обрезка входит в... Ну, все, слова забываю. Не лезь, не скажи сейчас это же письмо. Оно у меня тут есть. Я не раз над ними сгорелся. Сбавлю. Регламент. Обрезка входит в регламент. Я же для чего это? Понимаете, я считаю, что Лукашенко, что президент России, или хотя бы премьер-министр, или президент Академии наук, или министр высшего образования и науки, и, допустим, президент Академии наук, кто-то из них должен этим заняться. Сказать на трибуну, все, промышленное производство тупик, белорусы угробили кучу денег, раздавали кредиты, все это превратилось в мертвые сады. Они про регламент, они не знают, что невозможно этим заниматься по стандартной схеме. Там, где это родина этих самых, Англия, даже не Англия, нет, Испания, я мог поподробнее про испанскую рассказать. Общался с человеком, откуда с командировки приехал, со слайдами. И Италия, там, это Голландия. Там, где оно и растет, это природа, там
3 рубля надо, чтобы это себестоимость саженца. Знаете, как там прививку делают? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Я не преувеличил. Раз, раз, раз. А я никогда не делал больше 50-100 прививок, потому что это ювелирное дело. На коленях задница выше, чем голова. Вот, при этом. Умудрялся. А там где-то за 20 минут делают, а я целый день. У кого себестоимость выше? У Железова, который на коленях в мороз прививал? Или там, за станком, раз-раз? Это даже не вот эти долбанные секаторы прививочные, которые за всю страну, которых пользы как... Это страшнейшая ошибка, и опять никому не надо. А я же все это в тех материалах, что я выслал, уже Путину выслал, все, отправили туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. И все, это, песок. Плевать хотели на этого, на новую технологию. А там ответ-то был хороший. Вы такой молодец, все, пожалуйста, ваша книга такая замечательная. Но там был упор сделан на то, что моя книга для дачников. Так я еще раз говорю, если бы президенту Беларуси я бы или кто-то бы объяснил, так же как Путину, который, конечно, книгу я подарил, но он ее не видел в глаза. Понятно. Если бы они... К ним бы кто-то объяснил, что все теперь должны делать только дачники, что никогда промышленность себя не оправдает, и не нужны 40 обработками людям. Все завалено, это только болезни. Вот видите, я не мог, вы меня возбудили, я и высказался. Да, вы молодец, говорит этот, пишет заместитель министра белорусский. Вот, он молодец. Но он для дачников. Им в голову не приходит, что они для дачников работать должны.